Итак, друзья, всем здравствуйте, всех приветствую на нашем канале. С вами Александр, компания TentBest. И сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали переоборудование Газель Next под ключ до длины 6 метров. Все подробно покажу, как всегда. Жду ваши комментарии, лайки, поехали. Вот он, 6-метровый такой белоснежный получился у нас Next'ик в гармоничных размерах. Обратите внимание, да, обтекаете. Вот так, все ровненько. Давно таких Next'ов не выпускал. Сделали машинку для Игоря из Владимирской области, город Гусь-Хрустальный. Ему, ну, большой привет, на самом деле, успехов в делах, чтобы машина приносила ожидаемые плоды. Смотрите, ребят, колесная база 5495, фургон по размеру 6,20 длина, 2,10 ширина и 2,30 высота, все размеры внутренние. То есть это не 2,20, не 2,45, не 2,50 высота, то есть прям вот 2,30 высота, 2,10 ширина. У человека есть определенный стандарт, свой формат под работу, больше ему не надо как бы воздух возить, не планирует. Тент белоснежный, натянут как струна, у нас тут дождичек подкапывает. По низу, как всегда, тройное усиление под кабину, середина хвостовая, вставки порошковой покраски, подрамник 12-й горячий катный швеллер, основание труба 60 на 42 мм толщиной поперечина и труба основания квадрат 60 на 63 мм толщиной. Вот такая пачка по рессорам. И кардан новый, разомазки, два подвесных шлицевая, подвесные север. Вот они, пневмобаллоны установлены, такие усиленные. Брус противооткатный TentBest с подсветочкой. По три петли на каждую сторону, на воротах фурнитура Push. Водоотливной козырек в базовой комплектации. В каждой машине сейчас ставим, ребят, правая штора сдвижная на роликах с горизонтальным натяжителем щеторы. Она же трещотка в простонародье. Ну, как бы, много раз показывал. Сейчас у нас тут все сыро, наверное. Не буду вам уже показывать. Здесь вот так. Ящик Дакин 600 и дополнительный топливный бак на 140 литров с внутренней обработкой от коррозии, чтобы не ржавело. Не ржавело. Это все. Заглянем вовнутрь. Багор на штатном месте, обрамление портала двухсоставное. Выдвижная лестница в каждой конфигурации. Обрешетка, 4 доски, полностью стандарт. Передняя стенка обшита усиленно ламинированной фанерой. Даже непривычно уже в этих фургонах, да, говорю. То есть вот когда достаешь рукой до крыши, уже все. Вот уже маленький малыш такой прям. Ну, ребята, которые берут, они, как правило, знают, что возят, у них конкретная работа. Это не просто там, а пойду на IT, будь что будет. Нет, в основном уже с опытом, со знанием работы. И вот у Игоря тоже самое. Уже знание работы и опыт есть. Колец грузозацеп по 4 на каждую сторону, всего 8 колец, все на герметике, все прогермечено, фургон будет сухой, никакая влага не проникнет, и ломаные стойки, соответственно, вот еще. Подобная работа, вообще 6 метров, стоит 355 тысяч рублей, плюс 17 тысяч стоит горизонтальный натяжитель шторы, и 12 тысяч стоит вот такая стенка. Есть акционное предложение по поводу передней стенки, это OSB, звоните, уточняйте у своих менеджеров, вот, но это будет бесплатно, такая же конфигурация, только OSB. А так, 355 тысяч рублей до 6 метров. Все. В общем, краткий обзор для вас сделал. Как всегда, наша работа. Давайте. Всем пока.